Вот оно, суперлуния. Правда, месяц уже, луна уже не синяя. 5 утра. Но все равно выглядит круто. Чуть-чуть облака прикрывают. Видите, огромная луна. Красивенная. Кстати, 5 утра. А темно еще капитально. Только-только комендантский час закончился. Машины ездят, люди ходят. В общем, такая обстановка ранним утром. О, звезда полярная. Как у Агаты Кристи. Ты веди нас за собой, полярная звезда. Едет машина. Какая-то женщина посреди еще. Блин, показалось, что ее сейчас собьют. Вообще отморожена. Реально. Посреди дороги идет. С ума сойти. Директор уже на месте. И не спишь, да? Ты как и я. Был на цепи. Давай, хорошего тебе дня. Вечером расскажешь. Кто виноват и в чем секрет. Без поражений нет побед и равен счет удачи бед. Рано пришел, думал первый в 5:20, 5:25, а он аж 5:36 стоит. Электровоз разминается. Это 5:15 только. Еще ждать, блин, дофига и больше. Еще никого нет, я первый. Сегодня в метро первый открывать. Что, друзья, всем привет, и вновь и снова 6:10 утро, рассвет, как всегда отличная погодка, ночка такая прохладная, уже чувствуется приближение осени. Что по обстановке? У нас ночь прошла спокойно, был сигнал воздушной тревоги, по-моему, с 12 до 1:30. А потом все спокойно было. Из таких событий, на которые стоит обратить внимание, это у нас атака по Крыму очередная. Говорят, Феодосия, Севастополь, работа ПВО. Феодосии там где-то вроде ракету сбили. Обломки повредили линию электропередач. Но это если брать официальную информацию, неофициальные говорят прилеты. Ну и так, беспилотники, были взрывы, Псков. И этой ночью были взрывы еще там на территории России. Ну, говорят, работала ПВО по беспилотникам. Так прошла ночь. Прекрасен Днепр. Утречко. Вы, наверное, уже догадались, чем я буду заниматься. В общем, город оживает, просыпается. И вам, друзья, доброе утро. Надеюсь, у всех оно таковое. Хорошего дня. Дай Бог всех благ. Чтобы все ваши планы на этот день сбылись. А здесь лайфхак. Как заделать дыры там, где отломали металл, выломали, то ли сдали, то ли от старости рассыпался. Вот так вот. Скотчем и покрасить. Все, просыпаемся. Шевченко. Памятник. Красивый. Видео попозже будет, пока там разгребусь. Так что до нового выхода на связь.